Вчера он захотел подарок, я ему достала старые игрушки, он такой счастливый. Всем доброе утро, у нас среда. Мы встали, муж уже на работу уехал. Мы уже позавтракали, я Данилке собираю завтрак в садик. Что мы позавтракали, как свиньи вообще. У нас, кстати, прогресс, видите? Уже недели две, он сам ходит. Колбаска, фрукты, огурец, булочка и йогурт. Все это дело в рюкзачок и отправляю в сад. В сад, в садик. Модный парень такой. Так, у нас началось утро в деревне. Стирка, уборка и так далее. Здесь надо разобрать. Ой, короче, у нас холодно. Что хочу вам показать? Хочу вам показать наш гардероб. Это гардероб моего мужа, это его верхняя одежда. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И это пальто. Восемь курток и пальто. У меня одна бечевская ветровка. Ну, в общем, итог такой. У меня ничего нет. Мне нечего носить. Нет, ну правда. Вот эта куртка уже очень старая. Мне нужно ее уже сменить, купить новую. Это пуховик, который в этом году я тоже уже не хочу носить. И этот я тоже не хочу носить. Получается, что мне нужно купить вот такую одну тонкую куртку и новый пуховик. Ой, мужики, мужики, мужики. Господи. 63,2. Я скинула еще килограмм. И поэтому я думаю, что скоро я надену свой купальник. Я себе купальник купила новый. Такие рюшечки. Кстати, мы переехали. Данил уже был в этой комнате, а мы в этой. Осталось люстру только перевесить. Вот. Почему переехали и как мы здесь все расставили, я вам покажу попозже. Так, все, я выхожу на маникюр, мне нужна коррекция. Нет, моя свекровь говорит, что сумки на полу никогда не должны находиться, потому что не будет денег. Ну, не знаю, я не верю в эту примету. Так, у меня Гузеева, и я мою холодильник. Ненавижу мыть холодильник. Кстати, мы начали разбираться в специях. Смотрите, какие контейнеры мы купили. Вот так он выглядит, набор для специй от фирмы Эмса. Сделано в Германии, немецкая. Набор для специй. Храните специи в наборе. В комплект входят этикетки. Вот эти этикетки. И 6 ваших любимых специй в комплекте. Я очень долго не могла подобрать контейнеры. И вот совершилось. Я нашла те, которые мне идеально подошли. Они такие удобные. С одной стороны открывается вот так. И с другой стороны вот так. Вообще, я довольна. Стоит такой набор 15 евро, мы взяли 2, 30 евро мы заплатили. Мне соседка принесла кабачки, что я с ними сделала? Я их потерла на терке, добавила яйца, муку и вот стою обжариваю. Скажи, мы едем, едем, едем за молоком вдвоем. На-н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 а. Мы едем молоко. Блин, у нас так холодно, но я одела это платье. Скорее всего, я замерзну, но мне все равно, да, Данил? Потому что я хочу одеть платье, я просто не хочу, чтобы лето кончалось, если честно. Это вообще, знаете, после 20
Нет, после 22 время бежит. Я вообще не заметила, как пролетело 8 лет. Вот мне в этом году 30. Я помню свой день рождения, когда мне было 22 года. Вот это я хорошо помню. Вот этот возраст после 22 пролетает очень незаметно. Прям вообще с бешеной скоростью. Что, Данил? Лика. Поэтому танцуй, пока молодой, как говорит моя мама. Грюн, грюн, грюн. Ну? Грюн, грюн, грюн. А какую? Ну ладно. Auto, auto, alles was ist Liebe. Auto, auto, weil es alles was ist hat. Darum liebe ich alles was Auto ist, weil mein Schatz ein Auto ist. Кстати, надо попробовать. Неплохо. Даже очень вкусно. Вкусно. Хочешь попробовать? Правда, они такие жирные. Кабачки, яйца и мука. Мука. Да, соль, перец и все на сковородку. Обалдеть. Очень вкусно. Прям еще один хочу. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Молодец. Мама. Мама рисовать будет, да? Да. Осторожно. Мама. Осторожно. Мы собираемся в Кёльн, да? Да. К нашим знакомым. Да. И все складываем в этот маленький чемоданчик за Данилкин. Так, что папе берем? Шорты мы взяли. Теперь майки, да? Мама, вот так. Так, эту возьму. Да. Ну, она такая домашняя. Вот эту возьмем, складывай вот эту папе. Господи, майк, я не знаю. У нас только нет. А, здесь рубашки у него. Нет, так делать нельзя. Вот видишь, что произошло? Горка. Какая еще горка? Ну, я эту возьму. Ой, у нас столько одежды от этого Nike. Мне кажется, пол гардероба от Nike. Ага. А что я одену? Мне, как всегда, одеть нечего. Мне нечего одеть. В чем я поеду, я не знаю. Данил, в чем маме ехать? У отца одежда, как не знаю у кого. У мамы ничего нет. У мамы одни полотенца. И постельное белье. Больше ничего. Ну вот правда. Разбираю одежду, одни полотенца и одно постельное белье. И да, не твоя одежда. Что из маминого? Из маминого здесь папины брюки еще одни. Я не знаю, сколько брюк у него. Давай. Шу-ху! Уже не помещается. У меня вот одна майка от Adidas. Уже застиранная. Вторая майка вот эта домашняя. Штаны, которым уже год. Не, ну они хорошего качества, почему бы их не носить? Рубашка, которая была куплена еще в Москве в 2015 году. 4 года рубашки, тоже хорошего качества, марка Polo. Рекомендую. Лифчик и трое трусов. Больше у мамы ничего нет, да, Данил? Да? Все.